В железнодорожном районе в ДТП попала пара, ехавшая в спорткомплекс на улице Выборгской, где мужчина и женщина собирались провести вечер Дня влюбленных. Флёр романтики слетел примерно на половине пути. У остановки Дом ветеранов планы сломал водитель Форда Фокус. Он выезжал на главную дорогу из проулка и не уступил путь, как того требовали знаки приоритета. Да, стандартная схема. Один пропускает, другой не видит. Да, если... А как кто кого пропускал? Ну, водитель стоял по первому ряду, пропускал автомобиль. А я по второму ряду ехал. Он меня не увидел, и все просто. Друг друга водители столкнувшихся машин не видели до последней секунды. Обзор им закрывала иномарка автомобилиста, который оказал шоферу «Фокуса» медвежью услугу. Владелец марчек невнимательности оппонента отнесся с пониманием. Ну, уж торопился. Может быть. Все сегодня вечером торопились. Дома жены ждут. Праздник все-таки. Праздник. А русский ли? А? Праздник-то русский ли? Ну, не знаю. Красивый. Может, не русский, но красивый. В момент аварии в «Форде» сработали подушки безопасности, чувствительно ударив автомобилиста в грудь. Однако от врачебной помощи молодой человек отказался. С места происшествия Надежда Томченко, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.